Насколько подорожает электричество для собственников квартир, рассказал Жандос Смаилов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий. По его словам, для населения новый тариф будет незначительно выше действующего. Ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию для жителей Актау-Мунайлинского района вырос на 9%, с 17,88 тенге до 19,49 тенге. Рост коснулся и других населенных пунктов Мангыстауской области. Причиной роста тарифов стало повышение цен на товарные газоматериалы, необходимые для выработки электроэнергии. Энергопередающие компании оказались в затруднительном положении и вынуждены были обратиться в департамент Комитета по регулированию естественных монополий с заявлением о повышении тарифов. Усугубили ситуацию потребители электроэнергии, которые задолжали МАЭКу около 10 миллиардов тенге. С изменением тарифа на электроэнергию население его ощутит, если привести пример на квартиры. На примере однокомнатной квартиры, если он платил в месяц 1915 тенге за свой объем потребления электроэнергии, то в связи с изменением тарифа он примерно будет платить 2055 тенге. А если взять, к примеру, двухкомнатную квартиру, если он платил 2700 тенге за месяц, он теперь будет платить ориентировочно 2900 тенге. Если взять, например, трехкомнатную квартиру, он оплачивал за месяц 4700 тенге, сейчас будет платить порядка 5000 тенге. То есть, как вы видите, в денежном выражении не совсем значительные изменения. По тем же самым объемам люди вот так будут ощущать изменения тарифа на электроэнергию на примере таких квартир.